170 участников вышли на стартовую линию чемпионата республики по стрельбе из лука. Победители турнира будут представлять Якутию на чемпионате страны, Кубке и первенстве России. Репортаж Нюргуяны Егоровой. Зимний чемпионат по традиции проходит в начале года. Принимает участие 21 команда, включая лучников из Среднеколымского, Жиганского, Алекминского, Кобяйского, Усьянского улусов. Сегодня прошли соревнования в две смены. До обеда на огневой рубеж вышли стрелки из классического лука, а после обеда предстал дивизион блочников. Конечно же, у нас есть те улусы, которые традиционно лидируют. Да? Это горный улус, Чурапчинский улус, Хангалавский улус и город Якутск, конечно же, тоже. Эти улусы, конечно же, будут оспаривать первенство. В списках представлены и наши лидеры. Среди них член молодежной сборной России, чемпионка Европы и призер первенства мира Розалина Тимофеева. Начало соревнование не так хорошо, как я ожидала, но, в принципе, нормально. Ну, вообще у меня плечо болело, поэтому сейчас вот только восстанавливаюсь и только начала тренироваться, поэтому вот так получилось. Самый основной старт у нас в этом году, у меня последний год по молодежке, поэтому у нас, да, первенство мира будет, это в октябре в Аргентине. И самые такие конкурентки мои, это Забайкальского края девочка Мыльникова Валерия, и дружим, и с Бурятией Жубзима Адамбаева. Стабильные результаты показывают и молодые. Тренеры отмечают хороший показатель у Максима Мосова из Чурапчи. Также себя должны проявить наши мастера Михаил Филатов, Асим Павлов, Павел Алексеев Стасов, Аял Федоров, Евгения Тимофеева и другие. Сейчас начались старты, я попал 292, это стабильно, короче. Максимальное очко это 300, короче. Это у меня 18 девяток получается. Думаю, за первое место буду стрелять. По итогам чемпионата республики победители представят Якутию на чемпионате и Кубке России. Также на первенстве страны в Орле. Соревнования пройдут в феврале. Далее якутские лучники будут отбираться в основной состав сборной России для участия на чемпионатах и первенствах мира и Европы. Как мы знаем, основную конкуренцию нашим спортсменам составляют лучники из Забайкальского края, Республики Бурятия и Москвы. Нюргуяна Егорова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.